разбираем сегодня вальс снежинок из балета «Щелкунчик». Версия для начинающих нотки вы можете скачать в моем телеграм-канале, который я оставлю ниже. Пробуем. Я вам сейчас играю все целиком. Такая маленькая красивая мелодия как раз для начинающих. С чего мы начнем? О том, что здесь в тональности, в произведении стоит фа диез. Как я поняла? Я посмотрела, на какой строчке находится диез, и поняла, что он на пятой строчке. А на пятой строчке у нас находится нотка фа. И того, любая нота фа на фортепиано, она автоматически становится диезом. И начинаем с того, что окколада, правая, левая рука, для правой скрипичный ключ, для левой басовый ключ. Три четверти. Считаем мы до трех. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Такой, знаете, темп вальса очень часто используют. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот тут тоже такой используется размер. Хорошо. Пробуем двумя руками, медленно. Еще акцентирую ваше внимание на то, что в правой руке у нас легато. То есть все нотки должны быть такие максимально липкие и максимально связанные. Вы нажимаете интервал, то есть две нотки вместе. Постарайтесь, чтобы эти две ноты были одновременно взяты. Эти клавиши нажимались одновременно, то есть чтобы не было такого. Я утрированно показала, но имейте это в виду. Смотрим вторую строчку. Повторение. Интересный есть момент. Две скобки. Первая и вторая. На самом деле это произведение нужно повторить, получается, два раза. То есть вот мы его сыграли целиком и потом еще раз целиком. Так вот, когда мы играем первый раз, за первым разом мы играем первую скобку, пропускаем вторую и возвращаемся на начало. И играем на начало, 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 доходим до этой первой скобки, перескакиваем ее и играем вторую скобку и заканчиваем произведение. Я не повторяла, потому что зачем повторять? Вы можете сами это сделать. Так, что еще хотелось бы сказать? Вот моменты, там, где первая строчка, возможно, вам будет казаться слишком терпким этот интервал, но понимайте о том, что левая рука, она играется тише. То есть по силе динамики правая рука должна быть где-то на шестерочку, а левая на четверочку по силе звучания. То есть мы всегда должны вести мелодию та-та-та-та-та, а левая тихонечко. Ту-ру-ру-па-ра-рам. Если вам будет это вот слышаться как клякса, означать одно. Левую нужно тише
еще тише и больше правым. Итак, вот мы с вами разобрали вальс снежинок. Надеюсь, он у вас получится. Нотки можно скачать в Телеграме. Если вы хотите научиться читать ноты самостоятельно и понимать ноты, как читаете и понимаете любой текст на вашем родном языке, записывайтесь ко мне на занятия, потому что это то, чем мы занимаемся своими учениками. Это читаем ноты с листа, и моя задача научить, чтобы каждый смог открыть любую песню. Меладзе, «Пираты Карибского моря», там что-то Моцарта, Бетховена, и прочитать эти ноты в свое удовольствие. Поэтому вот так встретимся с вами в следующих видео. До встречи!